Вы знаете, что меня волнует? Я помню у Жванецкого, помните, в 80-е годы он писал про наш народ: «Драки не выручат, в войне победят». Да. Хорошо, что же помню. У нас за люди такие, если украинцы, которые попали в беду, приезжают домой, и везде пикеты, никто не хочет принимать? А это вот та правда, которой надо посмотреть в глаза. Что мы в течение многих лет понятие морали уничтожали. Мы показывали на всю страну людей. Это были первые лица, которые достигли успеха благодаря чему? Мордобою, вранью и воровству. Вместе с и мы их показывали. Мы детям показывали. Смотрите, ребята, вы хотите добиться чего-то в жизни? Вот надо уметь договариваться и не попадаться. Понятно? Вот как люди становятся. Понимаете, разве у нас было много врачей, писателей, художников независимых, да, которые не писали, не пели персонально для принца, понимаете, главного, а пели для людей, и их за это поддерживали. А? У нас кто становился там заслуженным врачом? Тот, кто лечил лично мэра, например, понимаете? И только так же это бывало все. И, то есть вот этих всех моралей, она кончилась давным-давно. Кончилась. Причем, что ни тронь, искусство, спорт, медицина, все так, все. Люди, которые берут у государства деньги и создают на государственные деньги предметы искусства, ну там фильмы или что-нибудь подобное, которые никто не смотрит и никому не нужны. Понятно? То есть люди, которые на наши налоги что-то создают, эти люди критикуют тех, кто копейки у государства не взял и существует сам по себе. Понимаете? Ну вот как так?